Я сучасная і паспяховая жанчына. Пад такім дэвізам прайшоў конкурс прыгажосці і грацыі «Місіс Мілкавіта 2019». Удзельніцы адпавядалі вобразу дзелавой жанчыны-маці. Пры гэтым яны павінны былі арыентавацца на поспеху асабістай і прафесійнай сферы. 11 удзельніц ва ўзросце ад 29 гадоў змагаліся за званне «Місіс Мілкавіта 2019». Тема самого этого конкурса нынешняга «Дзелавая жанчына», наверное, падтолкнула, почему бы не попробовать? Почему бы все-таки не показать, что мы не только умеем хорошо работать, но и можем быть и красивыми, и стильными, и где-то и зажигательными, можем и в жизни как-то себя проявить, не только на работе. У гэтым годзе, акрамя традыцыйных дэфіле, з'явіўся творчы конкурс «Я маркетолог». Кожная з удзельніц павінна была распрацаваць рэкламную кампанію для прадукцыі завода. Па выніках конкурсных этапаў званне «Місіс Мілкавіта 2019» заваявала Аліна Бракарэнка. Першая віце-місіс стала Наталля Дыгамова, а другой – Вікторія Філімонцава. Женщина – это же не всегда юная, молодая, свежая. Это и женщина все-таки в современном мире женщина должна уметь все. Должна и воспитывать детей для того, чтобы чувствовать себя совершенно, для того, чтобы чувствовать себя уверенной в жизни. Она должна какие-то карьерные успехи делать на своем жизненном пути. Поэтому я думаю, что мы таким все-таки образом хотели немножко привлечь внимание общественности, всего нашего трудового коллектива к тому, как важно и как сложно быть в нашем мире современной, успешной и красивой женщиной.